Господа бояться, повторяю, вот в чем главное начало познания. Премудрость на улице восклицает, на площадях возвышает голос, говорит Соломон. В шумной толпе взывает у городских ворот, держит речь. Сколько можно простакам коснеть в простоте, наглым наглостью тешиться, глупцам ненавидеть знания. Обернитесь на мой упрек, и залью на вас мой дух, и поведаю вам мое слово. Я позвала, а вы отвернулись. Протянула руку, но никто не замечает. Вы отвергли все мои советы и не приняли моих упреков. Что ж, так говорит Соломон от имени Бога, и я над вашей бедой посмеюсь, поиздеваюсь, когда настигнет вас ужас, как буря придет к вам ужас, и беда, как ураган, нагрянет, придавят вас гнет и бремя. Посмотрите, что творится сейчас в Нигере. Еще раз вам продемонстрирую этот ужас. Разве не сбывается пророчество великого царя? Посмотрите на постсоветские страны. Более нищих и забитых. Ой, Господи, когда мы уже прорвемся? Тогда позовут меня и не отвечу. Разыскивать будут и не найдут. За то, что возненавидели знания и отвергли страх Господень, не приняли мой совет, презрели все мои наставления. Вкусят они своих дел с замыслами своими насытятся, потому что простаков погубит своенравие, а глупцов подведет их беспечность.